Доброго времени суток, уважаемые зрители. Мы продолжаем кооперативное прохождение чистого ванильного Майнкрафта. С вами я, Костя, Димон. Всем привет. И Антоха. Всем здорово. Мы тут блуждаем. О, стой, сюда, чтобы не упасть. А что там? Что-то такая штука. Дыра? Надо будет забаррикадировать. Ого. Так. И лава сверху капает, осторожно вообще копать. Да, копать надо осторожно. Я больше не копаю все. Тут тупик. А кто там прыгал? Все, уже замочило. А? Мелкий был? Да, мелкий. Так, все ко мне. Общий сбор. Общее построение. Труби сбор. Общее построение. Кто ты бежишь? Все, после меня. Общее, стоять. Все. Стой. А, ну что, первого уровня, что ли? На 4 минуты что-то. Не на 5. О, тут тупик. Там где-то был спуск вниз, надо, наверное, туда пойти. А, да, со мной. О, помните эту штуку? Не туда. Я быстрее, чем вы. Вот сюда. О, вот, точно. Вот сюда. Да, где-то тут. Вот. За мной. Спускаемся преисподней вниз. На нижний уровень преисподней. Наверное, надо еще сразу вниз. Вот сюда. Ко мне. Еще ниже? Да, ко мне. Да, вот сюда. Ну, кстати, тоже был с другой стороны спуск. Ну ладно. О! Дружочки твои. Пирожочки. А где вы? Ух ты, тут кто-то ходит. Ой, Антоха, берегись! Антон! Антон! Мы все умрем, Антон. Где вы делись? Антон потерялся. Как обычно. Как обычно, вы куда-то сдриснули. Это кто-то. Что у нас тут? Ты где? Я спустился в самый низ, куда мы хотели. Мы тоже в самом низу. Ты не туда пошел. Вот, налево, вот, за мной. Там что ничего там? Нет, возвращаемся обратно. Так там еще был. Быстрее со мной. О, тут еще вот, ниже тут есть. Тут еще один. Быстрее за мной. Я сюда спустился. Быстрее. В атаку. Только тут никого нет. Вообще пусто. Странно, что такой низкий уровень спауна из сушителей в крепостях? Может быть из-за того, что светло, хотя, по идее, это не должно иметь значения. А тут, по-моему, обрыв будет. Да, тут обрыв. Да, не достроил крепость. Кстати, там, возможно, нам придется еще крепости поискать. Хотя и в этой тоже должны быть. Как-то странно, они даже, по-моему, больше на верхних уровнях появляются чаще. А ты взял, чтобы сделать портал, да? Да, взял. Зажигалку там? Зажигалку нет, но у меня сундук Эндера есть, там все, что надо. А если ты разрушаешь сундук Эндера, он падает? Надо пойти... Не, он разрушается. Фигово. Надо пойти к этим вертолетам, а потом обратно вернуться, чтобы они... Да, наверное, притом... Тут на верхних уровнях довольно часто. Вижу. Ого, кто-то огненными стрелами. Да против них стрелы огненные бесполезны. Я его убил. Вот, я одного убил, и сразу 3 штуки выпали. Круто. Так куда ж ты бегаешь? 40 штук. Да, надо искать осушители, но где их найти? Тут, кстати, 2 ифрита. Давайте найдем другую крепость. Ну, давайте, наверное, да. Нет, это долго. Нагни вот этих 2 ифритов. И поднимаемся наверх.
Ого. У них по половине жизни. Ух, блин. Ого, мне два золотых меча уже выпало. Ну а теперь наверх. Димон. Возможно. О, ё-моё! Шо? Два огромных монстра. Они самоуничтожились. Лаву прыгнули. А крикур сколько? Как будто там ты увидел, не знаю, дракона Эндеркрай. Да, так и есть. Он решил уничтожить меня. Ага, тут. Тупик. Да, это. Да вот сюда вот. Вот, где вы? Где вы были? Идем. Ох ты! Сразу три этих. Ой! Сразу три этих, как их коней. Вертушки. А ты где вообще? Вот. А, вот да, тут. Вот. Кстати, сколько у вас стрел? Нет, два топчана стрел. Топчана? Да. Интересно, а что если по зомбарю они попадут? Прям очередями так стреляют. Стой, уйди, уйди, уйди. Блин. Где этот? О, воздух. О. One shot, one kill. Так, ну, наверное... Блин, странно, почему так плохо спавнятся иссушители? Они, наверное, боятся нашего иссушителя. Может и так. А может быть светло, хрен узнает, я не пойму. Надо, наверное, факелы поубирать. Контрольный сделать внизу. Контрольный что? Заход, заход. Думаешь, не появились так быстро? Попытка не пытка. Вообще бывают спаунеры и сушители в крепостях. Только в этой нету таких. Ну-ка попробуем убрать факелы отсюда. Лагануло так. Ух. Что такое? Ничего, тут попытался раз. Стой. 43. Круто. Опять ого, лагануло. Да, нижний мир он какой-то такой. Тоха, с кем ты воюешь? Ни с кем, он меня не агрит на меня. Тут Димон был за кровожадный, теперь Костя кровожадный. Да, нам... Скоро Костя превратишься, как Димон будешь. Ну... С красными глазами бегать. Да, похоже, нам надо искать новую крепость. А мы, по-моему, находили? Кидалово. Или нет? Направо. О, Антоха, там есть один нюанс. Ой. Ого. Ну или на 5, не помню уже. А,
Ой, забыл. Ох, ё, какие лаги. Аккуратно. Десант. Все из-за десант. Че, вообще образели? Свиньи. Ух, ё. Да, иногда так лагает, что... Чего ты какого хрена? А ну получи. Там еще кажется, тоже примеры вспоминаю, куда. Так. Дверки, да, теперь надо закрывать. Сбегай, возьми этот кремень, да и все. Так а зачем? Зажигалку. Зачем? Зачем? Чтобы подпалить. Кого? Кого? Портал. Зачем? И что? Когда мы подпалимся. Ну, у меня есть сундук Эндера, там все, что надо есть. Так ты, блин, зря потратишь сундук Эндера. Да. Он да бесконечный. Ну, в крепости там поставим, пусть там будет нормально. Итак, ну тогда идем в другую сторону, вот сюда. Вот сюда прямо, я помню. Сейчас, подождите. Подождите, я сейчас должен сделать защита от налета. Зенитные башни. Так, где вы все? Ну вот мы уже идем. Ого, сколько курей тут. А где вы делись? По-моему, тут было меньше лавы. Куда вы вообще пошли? Выход из хаты прямо вперед. А, нет, за мной. Я знаю дорогу. За мной я знаю дорогу. Не, мы не туда, чувак. За мной я знаю дорогу. За мной, вот сюда. Да-да-да, правильно. Все, ты правильно. Да, идем. Напротив. Тут когда-то была вроде что-то такое мое. Твое было, тут кровать взрывалась. За мной. Да, правильно, ты правильно. О, аккуратно, аккуратно. А, нет, за мной. Я знаю дорогу. За мной знаю дорогу. Нет, мы не туда, чувак. За мной знаю дорогу. За мной вот сюда. Да-да-да, правильно. Все, ты правильно. Да, идем. Напротив, тут когда-то была вынесена такое мое. Твое было тут, кровать взрывалась. За мной. Да, правильно, ты правильно. О, аккуратно, аккуратно. Охереть, вот это было только что опасно. И спустила дух. Ну что валяется от них. Ого. Тут слеза Гаста. Слеза Гаста? Да. Вот а сюда, да? Так, не-не-не-не. Не-не, за мной. Вот сюда, да? Не-не-не-не. Не-не, за мной. Надо тут... А просто надо вниз спускаться. Не-не-не, вот потом вниз. Костя, не вставай. Костя, ты где? Костя, Костя, да отстал. Да я хрен знает где. Димон, назад. Костя, а что он отстал. Пошел туда? Костя отстал, назад. На него, наверное, все агрится. Смотри, его вообще нету. А где ты? Я возле домика нашего. Так а что ты ушел? Блин. Что ты ушел? Я же в другую сторону сначала пошел. Так давай к нам. Да, это сюда. Я. Вот он, атака. На. Давай ко мне. Разнос. Вот, сзади. Сейчас. Блин, иногда такие лаги сильные. Да, вижу. Там такой пи***ц был, я чуть в лаве не загорел. Тоха. Сигнальная ракета. Ух ты.
как тебе противо теми гастовские вот эти вот штуки? Что за штука была? На уголках стоят. О, дайте мне стрел. Да. Сзади тебя. Сзади тебя. Сзади тебя! Подожди, это ж кто? Это ж получается какие-то примитивные, правильно, раса? Синозон. Наверное, да. Значит, будем с ними говорить на их языке. На языке силы. Надо в бубен еще достать. Они понимают только один язык. Меча и топора. Кнута и прядь. Вот что-то вот я помню тут было. Да не, там в другой стороне, наверное. Значит, чуть туда. Туда, куда я сначала пошел. Нет. Это вон надо, вон, видишь, вон там факел, надо по низу спускаться. Пошли тут спустимся. Да не, мы там не были, там... Были. Там нету крепости. Есть. Что такое? О! О, блин, господи, что-то взорвалось, что-то взорвалось. Ух ты. Ой, маленький. На. Ого, как он меня откинул. А что взорвалось? Блин, сверху. Атака. Да, видел. А хер его знает, что взорвалось. Так. Антоха с кости ходит. Да. Да не, здесь ничего нет, надо в обратную сторону идти. Тут океан лавы. Может, обновилось, понял. Когда нам нравится. Так, ну я чувствую, что где-то здесь. Да оно не в этой стороне, оно в противоположной. Нет. Но я чувствую, меня не обманывают. Никогда. Я чувствую золото. Ого, тут пещеры какие-то. Светопыль. Так. Кто-то хрюкает. Антоха, смотри, пытайся, знаешь, вот именно на бок экрана. Тогда больше видно, понял? Да, тогда обзора становится больше. На бочок экрана. Понял. А ну-ка, если... Кстати, вы там сильно не разбегайтесь, потому что я ковыряюсь. Димон! Светопыль сейчас. Что? Назад, он отстал. Да не отстал, он еще в другую сторону побежал. Он там ковыряет светопыль. Все, я уже бегу. Да нет, здесь нету ничего, наверное, полезного. Можно, конечно, так еще пройти. Спуститься туда вниз. Это ты его бахнул? Ага. Тут просторы какие-то большие. Всего 6 кварца с блока выпало. Не, это надо в обратную сторону идти. Я, по-моему, что-то вижу. Ого, что-то какие-то тормоза, по-моему. Кажется, сервер слег. Да, ты стоишь на месте. Да. Борода. Сейчас перезапущу. Угу. Ага. Итак, сервер восстановлен. О май гад! Такой девчачий. О май гад! О май гад. Mm-hmm.
Что самое, нужно сказать, фиговое, то что с них мало чего выпадает полезного. А как же золотые коронки? Ну да, разве что это. Куда уже легион пропал? Не знаю. Где-то, ага, вижу. Ну пошли вот туда, в ту сторону, откуда пришел. Там ничего нету. Ну надо. Там, по идее, просторы дальше. Ну там просторы бешеные. Ну вот посмотрим, там да. Это надо налево идти чуть-чуть. Должно что-то быть. Кстати, я этот кварц весь всковыриваю. Для своего этажа. Ага. Антоха, пошли за мной. Только вы не разбегайтесь, потому что если кто-то потеряется, то... Ну, это ваша проблема. Ну, я-то могу сделать портал, а вот... А мы выкопаем наверх. Кстати, это возможно? Нет. А если копать вверх, что будет? Ну, как-то сделаем это, увидите, что будет. Мы, наверное, этот... Как она, поверхность вот эта вот? Блин, надо... Туда вообще нет смысла идти, надо... Вот, да, а вот что она... там будет? Расскажите. Ну, пошел от меня. А? Ну, я думаю, это коренная порода, я такое чувство. Да, там будет коренная порода. А если разбивать коренную породу? А, да. Как ты ее разобьешь? Ну, есть же алмазная кирка, не знаю. Не, ее ничто не может разбить. Так, тут я еще вот вижу. Надо за мной идти. Тимон, ты где? Я вот наверху. Тебе копали? Ладно, сейчас побегу. Меня кто-то видит? Меня кто-то видит? Нет. Кто там внизу воюет? Никто. Стоять всем на месте. Воздух. Ты где? Дима. Так, стоять. Кто там? Вот, наверху. Слева. Слева. Вот, да, вот ты на меня смотришь. Ого. Антоха. Пошли, Кость. Сейчас я ж этот кварц вырабатываю. Тут кварца довольно-таки много. И опыта за него тоже неплохо, в принципе, дается. Хотя самого кварца выпадает не так уж и много. Сейчас 2 стека, почти 3 кварца. А вы где сейчас? Они факелы наверху. Ага. Кстати, там тоже кварц. Интересно, интересно. Что там, большие просторы? Да. Ого! Нифига себе! Что? Просторы. Просто пустота. Бескрайняя пустота. Конца и края не видно этой пустоте. Она гнетает. Пустотелая пустота? Можно и так сказать. Сколько зомбарей. Кстати... А ты не стрицет, не вали. Ну что, тут дальше их еще больше. А где вообще сейчас? За бугром. За поворотом таким. У нас время серии подошло к концу. Там смотри, сверху, по верху иди, там будет маленький такой проходик по горе. По верху? Ух ты, у меня места почти уже нет. Вот, вот, сзади тебя. Сзади, вот. Ага. Сейчас туда мы... Ух ты. Блин, столько этих свинозомбарей.
Но мне уже надоело их валить. Сейчас мы тогда где-то здесь... Пробегал такой мимо, подобрал такой этот опыт на халяву. Кто? Я. Кстати, возьмите, наверное, кто-то кварц, потому что у меня места нет. Че, у меня 20 человек свободно. И, или лучше 3 золотых меча забирайте кто-то. На, бери вот эту штуку. Иди сюда. Давай. Вот, раз. И вот два. Ага, плоть, зубы, все это мне. Сына зомбарь, посмотрел такое? Нифига себе, вандалы. Это кощунство, кощунство. Так, вот это здесь. За мной. Нет, здесь вот тут сохранимся. Вот тут. Ого. Угу. Я прям лесенка вниз. Как это песенка, помнишь, клоун пел? Тан 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 тан. Так, эту серию мы завершаем. Всем спасибо, что смотрите. И до встречи в следующей серии. Увидимся, всем пока. Всем пока-пока. Всем пока.